Привет, ребятки, мы с вами продолжаем играть в Punch Club. Давайте покушаем. Нет, подожди, поспим. Поспим, точно, да. Поспим, потом походу покушаем, потом походу опять поспим, потому что надо все это дело делать. Давай. И нужно будет качаться, продолжать качаться. Мы в предыдущей серии уничтожили нашего мексиканца, который просто... Думаю, что он мексиканец, панчес, там все дела, который, ну, просто уже заколебал. Ну, просто, вот, слов нет. А у нас запись на бой через 2 дня. А, и мы, думаю, справимся. Раз мы с панчесом справились, то что нам еще бояться? Единственное, эти бои, они разоряют меня. Вот бои в подполке, они меня обогащают очень сильно, а вот бои... В любительской лиге разоряют. Было бы неплохо, конечно, под полки заработать миллионы тысяч просто, да, бешеные, купить все тренажеры и заниматься уже там, тратясь только на еду. Но я вот тогда прошляпил свой шанс и решил просто жить на полную катушку, кататься на машинах, не тратить время. Так, вот подпольный бой сегодня. Не знаю, может быть устроить реверанс? Как думаете? Это, наверное, дичайшая херня сейчас будет. Но мало ли, я сейчас вот до 16 подниму выносливость. Просто если у меня бой не с панчесом, да даже если с панчесом, панчесом мы легко одолели, то, что у меня будет там здоровье не 100%, это не шибко важно, потому что 100% здоровья у меня 100, ой, 3 сотни. Это дохрена. Как бы не крутили. Вот давай попробуем. Короче, все, двойной бой в подполке с одним человеком. 13 выносливости у него, 13. По выносливости надо бить. Значит, не ловкости, ловкость убираем. И бьем по выносливости. Параметры выносливости противника. Так, урон зависимый от параметра силы. Боксерский хук. Но ограничен в точности. Мощный урон наносит. А я думаю, больше ничего не надо, да? Вот так вот и сделаем. Давай, бой. Ну, ты глянь, он теряет выносливости бешено. Единственное, что... Хотя нет, он реально теряет выносливость, почему-то странно. Ну что это за перк такой? Персонаж аккумулирует урон, нанесенный противником, и наносит его в начале своей атакующей фазы. Ни хрена себе. Не, мы его сейчас сложим. Если он мне сейчас не нанесет где-то там 500 урона. Вон, 17-33, видишь? Вот, все, мы его одолели. Мы сейчас получаем, значит, деньги. Просто, у нас даже здоровье восстановится. Мы сейчас на два фронта будем драться. Просто. Легко. Легко. Фокусировка силы. Легко. Ну а чё? Легко есть легко. Ты с каждым днем выглядишь все сильнее. Ну спасибо, спасибо. Накупили себе жрачки. Покушай. Немного поспи. Хотя даже не надо спать. Ну, вон, чуть-чуть. Хотя не надо было спать. Не надо было спать. Вставай, 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 я тебе сказал. Бой завтра, ё-моё, какой спать, дурачок. Так. И давай. Ну, смотри, реально. На два фронта сможем фигарить. Отлично, по-моему. Нет, таким макаром, конечно, да. Нам с противником еще повезло. Если бы двое таких же было, представляете, как бы было неудобно. Если бы два противника были вот такими же, тогда да. Хотя все равно вынесли бы за милую душу.
Так, бой в подполке, бой там. Мне кажется, сейчас бой проведем, можно будет даже сходить, там черепаху какую-нибудь отхерачить еще одну. Давай, целый день потратим на это. Черепаху, я думаю, мы тоже вынесем. Здоровье, полные штаны. Это хорошо же? Хорошо, конечно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. 8-6-16. Блин, ну это вот уже профессиональные такие статы. Было бы прикольно, если бы, как в каких-нибудь симуляторах, типа создания игр, вы при увеличении там своей популярности переезжали там в новый дом. Ну, типа, профессиональным бойцом стал, у тебя появилась бы возможность купить новый дом с уже, допустим, готовой тренажеркой. Там, или ходить в новую тренажерку, там, не знаю. Чем нет, не нравится, я тоже не знаю, конечно. Не знаю, мне было бы прикольно, мне кажется. Да и всем. Так, мне кажется, со следующего дня он не упадет ниже 16, это здорово. Давай, бой, пошел. Гордон. Гордон, до тебя можно было даже... Че? А, господи, я же сейчас могу еще один поставить. Точно, боксерский хук, допустим, могу поставить. До тебя, Гордон. Я мог еще подраться. У меня было почему-то такое ощущение, что я с Гордоном буду драться. Ну все, все, хорош получать. Ну так, просто пару ударов, нет, человек. Да давай уже. Все, убиваю его. Файт, нет, человек. Вот так-то. 60 здоровья, 60 того, ничего. Я могу что-то вкачать еще? Разве? Мне 19 было. Мне 19 очков, что он меня сюда вел? Что за бред? А, ё-моё, ты глянь, кстати, чтобы... Ёптой ты налево. Чтобы вот до сюда вкачаться, нам же нужно, чтобы теперь... Точняхонько. Нам нужно, чтобы сила 13 было, ребят. Сила 13 должна быть. Тогда мышечная память работает. Твою мать. Косячок. Ну вот пытка норм. Да, но я ее вкачать не смогу. А что он тогда от меня требовал? Что он моргал? Что он хотел? Странно. Ну, моргал же, да? Я же не дурачок. Записаться, конечно, запишись. Вторую позицию заняли, это хорошо. Ну еще 100 очков. До господина. Поехали, наверное, вот сюда. И поразносим пиццу. Так, точно, доставить пиццу. Две пиццы нужно доставить. Хорошо. Доставить пиццу. Две пиццы нужно доставить, потом... А может одну? Ну-ка, прекращай. Нет, все-таки две. Две пиццы доставляем, и потом идем динозавра бить. Как бы за этого динозавра, считай, уже 60 долларов, ты понимаешь. Космическая пицца пользуется популярностью. Да, дела идут хорошо. Когда-нибудь я накоплю денег и уеду жить на Кипр. Хочешь отведать космической пиццы за счет заведения? Конечно, выглядит вкусно. Вот, держи. И, кстати, не поможешь мне доставить пиццу особому заказчику? Конечно, Кейси, без проблем. Ну и давай понеслась, да. Да. Я пришел увидеть Марка и напинать ему под хвост. Ты слышишь странный и страшный звук. Это ты набил морду Биллу? А, и ты будешь следующим. Я не похож на своего брата. Приготовься почувствовать боль. О, нет, друг. Не, дружище,
ты будешь здесь вынесен просто вперед хвостом, понимаешь? С ракет за комбинацию я тебя снес. Чуешь вообще? 40. Еще одну комбу на 40, давай, проводи. О, ты еще и упал. Все, до свидания. Там еще два брата есть. Я был не готов к бою, только поэтому ты смог победить. Победить Марка. Приходи позже, попробуй победить самого крутого брата, Гейба. Вообще, там еще один брат есть. Это было странно. Да ладно, это было прикольно. Вот теперь, типа, он мне опять мне показывает, что я могу... А, вот теперь, да, теперь могу прокачать. Не-не-не, отмена. Пытка. Вещь классная. Все удары, не достигшие цели, вследствие ее уклонения, сохраняют половину энергии, которую должны были потратить. Тоже прикольная штука. Так что будем качать пока. Так, ну чё, ты типа уставший, да? Давай спать. У меня кушать-то есть чё? Три куска есть. Ну-ка, бой завтра. Спи тогда, Херли. Выносливость будет 6-16. На прокачечке. 6-16, что это со мной было сейчас? Даже не знаю. 6-16. Да, Дима. Сейчас, думаю, так же сделаем. Так, подпольные бои, то есть там поучаствуем. Я надеюсь, там не попадется какой-нибудь ловкач, который меня вынесет нахрен. Тогда я с поломанной ногой не смогу, конечно, в Лиге Новичков участвовать. Так, и нужно будет еще двух братьев-крокодилов уничтожить. Двух. Тоже сложновато. Так, хорошо. Позанимался, давай сюда. Че там, устаешь что ли? Не надо уставать. Все нормально у тебя. Сейчас ты будешь и бабки рубить, и в лигах подниматься, и всех противников месить. Это получается, я тогда на три фронта уже участвовать буду. Вообще красота. Вот это актив по дракам, да, мужик? Чувствуешь себя силу, чувствуешь, что ты можешь всем напинать вообще. Кому только захочешь. Кому только не захочешь, точнее. Просто увидел, убил. Ну, так нельзя, конечно, делать, ребят. Нужно заниматься это профессионально, то есть на ринге, на спорте. Именно спортивный интерес должен вас занимать, так скажем. Так, давай, бой. Лавкач. Охренеть. Любой удар персонажа окажется заблокированным противником. Затраты энергии всех последующих ударов снижаются на 25%. А я не буду блокировать твои удары, друг. Я не буду блокировать твои удары. Так, мясной молот. Если навык активен, каждый успешно нанесенный удар имеет шанс понизить выносливость. Рассечение брови. Давай вот так. И давай вместо этого тогда вот это. Будем понижать ему ловкость, что они делают-то. Боксерский, то есть вот этот удар будет доходить, получается. А, нет, это рассечение брови. Блин, боксерский хук у меня только попадание. Вот это я зря, наверное, сделал. Надо, наверное, вот пытку оставить, остальное все на боксерские удары перевести, иначе я сольюсь. Наверное, так правильно будет. Так, вместо вот этого. Так, давай-ка. Боксерский удар и хук. Ну, это тоже можно оставить.
Не, лучше так, давай. У нас есть шанс просто на попадание этих предметов, поэтому... У нас перк есть, поэтому он сейчас упадет. Давай, все, понеслась. Парень падает. Мажет, потому что я не знаю почему, потому что у нас ловко, что ли, до 6. Серьезно, из-за этого мажешь? Так, и боксерская. Вот эта вот гамба вообще идеально, по-моему. Против ловкачей. Так он у нас половину здоровья снял. Попади ты по нему. Все, мы победили. 157, ну опасненько, конечно. А, не, нормально. Нормально. Минус 20 здоровья. $150, Япон налево. Вот опять он хочет, чтобы я качался. Залагала. Так, бличечка, залагала. Бой 240. Так, записанный бой завтра. У меня есть, в принципе, что пожрать. По идее. Я пойду еще куплю. Апу, здорово. Мне надо заполнить холодильник, апу. Давай домой. Вот так сделай. И поспи до конца. Спи. Бой сегодня. Все, теперь вставай. Погнали. Наш парень молодец просто. Мы сейчас еще на любительской лиге вздернем там кого-нибудь. Потом мы, значит, пойдем еще динозаврика еще одного побьем. Какой-нибудь из них ловкач будет тоже. Может быть, сейчас вот как раз-таки день ловкачей. Я думаю, когда с динозаврами покончено будет, мы с вами еще... вдарим по боям за кафе. Вот это я понимаю, тогда будет месиво. А нам же нужно будет еще поучаствовать, значит, в профессиональной лиге и в подпольной вот этой вот херне на острове у человека с черным, с красным глазом. Давай, качайся. Нормально, ниже не опустится, опять же, на следующий день. Устал. Молодец, давай бой. Сальвадор Панчи, смотри, что я для тебя подготовил, дружище. Ты уже просто ничто для меня. Как ты меня бесил. Видите, силач тоже может что-то противопоставить. Сложнее, конечно, подготавливаться, но с прокачкой нужной... Мы тоже можем против прокачанного, собственно, персонажа драться. По-моему, хорошо идет. Давай, начнем попадать, а? А то у нас выносливость падает. Мы хорошо восстанавливаем ее, конечно, во время раунда. Во время перерыва. Но за первый раунд он снес нам 80 с лишним выносливости. Это хреново. С другой стороны, парень упал. Все. 31 еще. Отлично. Вторая позиция. Блин, да пипец. Мы так, конечно, будем носиться опять. Он залагал. Так, что нам надо? Че, поехали сюда? Кейси! Давай закажем пиццу тебе. Давай доставим пиццу. Две штуки. Вот так. Доставляй пиццу. Тоже $60 заработаем на этом бою. Боже, вообще зарабатываем. Вперед идем. Мы, кстати, подняли. То есть поели пиццу и подняли больше. Прекращай. Кейси! Ну-ка. У нас слишком много... Серьезно? Еще нужно доставить пиццу? Для третьего бойца 3 раза надо доставить пиццу, Кейси.
Не слишком ли ты обурел? Ну-ка. Похоже, космическая пицца пользуется популярностью. Да, дела идут хорошо. Хочешь отведать космической пиццы за счет заведения? Конечно. Вот, держи. Жалко, она вот не идет в расчет. Так, давай. Похоже, что ты третий. Выходи, Гейб. Извини, но он не выйдет. Че? Ну, я видел знак, что я должен победить Гейба. Хорошо, видимо, в таком случае мы засчитаем тебе победу автоматически. Самый крутой из них, Гейб, был отдален. Это было просто. Теперь ты должен был готов встретить нашего четвертого брата, Стива. Это было действительно странно. Это было охренительно странно. Окей. Прям дичайшая странность. Так, бой завтра. Следующий бой. Да-да-да, поднимем опять до 16. До 16 с хером, потому что она падает. Нехило так. Конкретно надо поднять. А потом на колесо, наверное, чтобы ловкость тоже не упала. Или прям... А, нет, лучше на колесо, да. Чтобы ловкость не упала, и чтобы как бы выносливость тоже подкачалась. Хотя можно вот сюда немножко, а потом сюда. Не знаю. Ну, выносливость нам надо качать. Давай на колесо лучше, да. Выносливость... Ой, ловкость, если что, поднимем. Вот с этими показателями мы живем. Чтобы дальше по ветке развития пройтись, нам нужно силу до 13 всунуть. Я даже не знаю. Ой-ой-ой, тихо. Чуть было не прошлепил бой. Так, у нас силач. Понизить уровень ловкости. Не надо тебе уровень ловкости низить. Больше урона, потребляя больше энергии, понижает параметр выносливости. Давайте выносливость буду понижать. Ну, так, вот так. Вот так, комбой просто. Вот так он мне тоже там с ракес. О, а, жесть. Просто налетает и убивает человека. Налетает и убивает. Есть человек, нету человека, считай. Бам. Охренеть. 150. Ну, теперь точно могу что-то там улучшить себе. Допустим, что я там хотел размазать их, да, себе получить я хочу. Если навык активности удара не достигшей цели, следствие ее уклонения сохраняет половину энергии, которую должны были потерять. Серия джебов. Так. Блокировку поставить. Если прям все промахиваться, будем блокировку поставить, эту штуку поставить, понавпитывать урон, а потом навсовывать ему. Ловкачу. Чисто готовимся к ловкачам, короче. Ну, я так полагаю, нужно будет еще покушать. Давай зайдем сюда уже. Уже, походу, можно. Уже 500 монет. Мистер Пропер, дружище. Полагаю, нам нужна жимовая скамья. 51 силу восстанавливает. И Винчун. Несмотря на то, что... Хотя нет, он реально нахрен не нужен. Вот нету ничего больше. Вот почему я не могу взять вот это, допустим. Странненько. Странненько. Ну, не идя никуда, далеко можно прямо здесь теперь вкачивать себе ловкость, силу, выносливость.
чисто на отжимания. Не хватает все-таки, вот, допустим, хотя бы грушу повесить. Почему он в грушу не может грушу повесить в гараж? В грушу хотел гараж сказать, повесить. Уставший такой же. Ну-ка, и вот насколько ты сильно будешь поднимать? Не шибко, чтоб прям мощно. Хотя написано до хрена, да? И при этом у меня еще как бы бонусы. Так, он сейчас устанет. Как устанет? День закончится. Он устанет. Давай драться. О, мистер Кисуки. Рад вас видеть. Вам ловкость на... можно не уносить. Не... Да. Не уничтожать. Вот эта вот херня меня бесит. Но я все равно выношу его. Потому что сейчас раунд закончится, у меня выносливость поднимется. Если я его сейчас не добью. А ведь он был близок. Он был близок. Плюс 42. На подъем. Супер. Вау, ты только что стал чемпионом. Это отличные новости. Вау. Нахрен не надо? Слушай, я реально первую позицию занимаю. Реально? Первая позиция, ребята. Пешочком сюда. Пора бы навестить Мика. Домой я не пошел, короче. Поздравляю, чемпион. Я так долго этого ждал. К сожалению, не могу по достоинству тебя наградить. Хорошо, Мик, я... выиграю профессиональную карту в плей-оффе. Медальон будет моим. Подпольные бои. О, плей-офф. Бой через 2 дня. То есть бой и в плей-оффе, и в подпольных боях через 2 дня. В один день. В один день 2 боя я, может, и не осилю. Не знаю. Мне надо, да, спать, отдыхать. Сейчас за день понизит мне все, да? Ну, не так, чтобы сильно понизил. Но с этими статами можно в плей-офф идти. Но я хочу сегодня не в плей-офф сходить. Я хочу сегодня сходить. Пока у меня есть последний день. Сходить к последнему нашему товарищу. 3 раза нужно пиццу доставить. Это, мне кажется, закончится день, упадет параметр ловкости и выносливости, и нам нужно будет перед боем до пика подняться обратно. Первый, да, упадет, ни хрена себе. А мы успеем вообще? Должны успеть. Доставить пиццу. 2-я пицца и 3-я пицца должна дойтись. Давай. 3-я пицца. И что, у меня сегодня будет прекратить? 3 боя, получается? Да-да, дела идут хорошо. У меня 3 боя будет. Ну, 2 как минимум. Сейчас со Стивом. Я пришел, Стив вылезает. Я слышу странный, страшный звук. Я самый сильный из братьев. Но у меня показатель 1 упал. В этот раз у тебя нет шанса. Показатель я упал. Да нет, ты говноед. Мы сейчас тебя будем убивать, Стиви. Дружище. Твой этот... Гейб же был самый старший, не? Ну все, короче, в 2 местах я чемпион, нахрен. Вот так, все, одолели. Причем легче, чем 2-го брата. Это был хороший бой, говорит он. Это было круто. Видимо, у нас кончились братья. Ну да,
4 ачивки я на этих братьях получил. Ты великий воин, что ты хочешь награду? Ничего не нужно, было честью сражаться с вами. Было бы неплохо получить деньги за всю доставленную пиццу. All the base are belong to us. О, давай вот так. Я не уверен, что понимаю, о чем ты. Наш учитель хочет видеть тебя, он считает, что ты избранный. Навдалеке слышится рычание. О, Сплинтер. Почти что. Приветствую, я мастер. Ты заслужил мое уважение в знак благодарности, я обучу тебя специальному приему. Удар хвостом. Теперь ты знаешь, что хвостом можно бить, и это круто. Если одна проблема, ты не можешь найти у себя хвост. Супер. Заходи к нам иногда, мы всегда тебе рады. Деньги я за свою пиццу не получу, да? Потрясающе. А ведь на английском я сказал, типа, вся ваша база будет теперь моей. Ну, видать, зря. Надо было получить бабки за всю доставленную пиццу, дружище. За всю доставленную пиццу. А, так, ну чё, прикольно. Tooltip Map Service. Ну, это, видимо, еще не доработано. Видите, здесь еще код как бы стоит. А, но игра еще не сделана до конца, напоминаю. Так, быстренько сюда. Хотя не обязательно тратить было деньги. Можно было у себя дома вкачать. Ну и на всякий случай, если беговой дорожки не хватит, вот эта часть вкачается. Давай, 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 давай. Ну давай до 16 поднимай. Мне важно. Все, 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 прекращай. Вот сюда. До 6. Молодец, теперь сюда. И следующие дни нужно будет хорошенько так поработать. Хорошенько поработать. Итак, плей-офф. Выносливость, да? Нормально. Сейчас будем бить тебя. Нужно профессиональную карту получить. Нужно. Вот если мы сейчас сольем, то это будет проблема. Ого. Оп. Просто он мощно бьет как-то очень. Очень мощно бьет. Давай ты будешь попадать, а? И все, и урони его. Урони его. Урони его. Слышишь, урони его, говорю. Урони, я тебе сказал, слышь, 80. 80 пропустил, слышишь? 80, как так? Он уже снес больше, чем у него было. Все, я сейчас сольюсь. Урони, еще разок, пожалуйста. Да, это просто край. Нифига себе. Нифига себе. Еле-еле, ребят, еле-еле. Жесть. И мы за это опыт не получили, что ли? Ни хрена себе. Давай в этом бою тоже на всякий случай. 246 у меня здоровья на этот бой. Нормально. Меньше, чем у него, но нормально. Жизнь налаживается, так скажем. Три боя за день. Чемпион. Что сказать. А если бы здесь еще два борца было, то считай, 4 боя за один день. Просто там пошел, отмудохал, тут пошел в плей-оффе, тут пошел, деньги заработал. Считай, вообще не чувствует себя соперников. Ну, хотя предыдущий парень, предыдущий он мог мне накостылять. Еще как. Сначала реши все вопросы с Доном, после этого поговорим. Кровавый чемпионат. Подпольная лига пройдена. Это было непросто, но не так страшно, как мне казалось. Серьезно? Серьезно? Вот так вот. Вот так просто мы стали. И там, и тут. Очень крутым. Мы молодцы. Мы охренительные молодцы. Зря я, наверное, качаю то, что мне не нужно. Ну что, нам нужно тогда вот сюда, получается. Ой, вот сюда, к Дону. Но по факту нам нужно качаться. Качаться, качаться, еще раз качаться. И лучше силу поднять чуть повыше. Сейчас доведемся до сытости.
бой через 3 дня. Силу надо поднять. Вот что я точно знаю. Я надеюсь, я буду по здоровью полностью готов. Силу надо поднять. Выносливость надо держать на 16, тогда получается. А силу надо поднять. Да, на 3 фронта работаем. Заехать сюда. Докупить. И дальше заниматься. Дон хочет карту. А, и быть может он карту, наверное, на профессиональную арену хочет, чтобы я вышел. С подпольной лигой что-нибудь там другое связано. В любом случае, на сегодня все точно. Увидимся в следующих сериях. У нашего бойца вроде как все хорошо. Но вот на следующий бой, я не знаю, нам хватит силенок, не знаю. Не уверен. Всем пока, пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи. Привет, специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект — BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.